Это моя Москва. Моя Москва – это улица Сретенка, которая начинается отсюда и заканчивается Сухаревской площадью и переулки, которые лучами в разные стороны отходят от нее. Я здесь живу, я здесь люблю. Добро пожаловать в мою Москву. Каждый квартал, каждый дом, например, этот что-то дозначит. А вот, кстати говоря, очень интересное здание. На первый взгляд, ничем не примечательное. Впрочем, и на второй тоже, но там находится музей истории московской милиции. Я разговаривал с вахтершей, она утверждает, что редко сюда заходят посетители 1-2 в неделю. А зря, потому что там много чего интересного. Я, например, узнал, откуда произошло крылатое выражение в отношении милиционеров «легавые». Оно произошло... Впрочем, угадайте сами, уважаемые знатоки. Через минуту я вам дам ответ. Чур в Википедию не лезть. Вот это здание, холодное и стеклянное, теперь вся Москва знает, что там живет Наоми Кэмпбелл. Здание называется «Легенда цветного». Она действительно здесь живет, я как-то встретил ее в очереди за гречкой. Вот это здание новодел, китчевый образец построек рубежа веков 20-го и 21-го. Вот эти странные мужички, как будто вышли из спортзала в 90-х, неуклюжие атланты, бритые в странных трусах, тоже стали символами Сретенки теперь. Что интересно, здание построил архитектор Андрей Налич. Папа, гитар, канто май ягуар. А это Большая Сухаревская площадь, или Сухаревка. Здесь заканчивается улица Сретенка, и тут много интересных местечек. Например, вот этот магазин «Индийские специи». Сюда приходят за маслом ги, за куркумой и прочими приправами кришнаиты Москвы, а также повара, где готовят юго-азиатскую, юго-восточную кухню. Рядом чебуречная под названием «Дружба». Добро пожаловать в Советский Союз. Она не меняется уже на протяжении 40 лет. Питаться там не рекомендую, пожалейте свои желудки. Потому что там все по-настоящему и брутально, как было. Кстати, насчет легавых. Вы догадались, откуда взялось это определение милиционеров? Так они называли себя сами. В музее представлен экспонат, значок из 20-х годов. Легавая в прыжке, она взяла след. Оперативники сами придумали себе такое определение. Спасибо большое. Здесь же, рядом с чебуречной индийскими специями, расположился вот этот рынок, где я предпочитаю покупать свежие овощи, фрукты, вот эту черешню и дыньку. Это моя Москва, моя Сретенка, мои переулки. Спасибо за внимание. Счастливо. Пошел лопать дыню. Москва.